Главред издания «Гордон» Олеся Бацман. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Матвей. Ну, давайте мы с вами начнем с мира. Я имею в виду мир в смысле не peace, а в смысле world, так сказать, мир такой. В общем, американцы показали себя с очень серьезной стороны. Вообще в этой истории с утекшими документами они показали себя просто настоящими профессионалами. ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона. Вот вы видите, идет этот юноша. Джек Тайшейра, 21-летний член Национальной гвардии Массачусетса. Джек больше года публиковал секретные документы в Discord, сообщает Вашингтон-Пост, как он рассказал изданию. Один из знакомых подозреваемого начал публиковать секретные документы в закрытом чате в марте 2022 года. Вы представляете, как давно? По словам собеседника Вашингтон-Пост, Тейшейра находил удручающими тот факт, что Украина и Россия, у которой должен быть больше общего, нежели того, что их разделяет, начали войну. Источник «Вашингтон-Пост» полагает, что Тейшейра не стремился подорвать национальную безопасность Соединенных Штатов, а просто хотел научить участников чата, самого этого чата маленького, правильно смотреть на вещи. И делал это единственным доступным ему способом. Сейчас журналисты собираются у здания суда в Бостоне, куда должны привести подозреваемого в сливе секретных документов, и, наверное, будут определять ему меру пресечения. Вот такая история, дорогие друзья. Но что, почему я сказал, что меня восхищают американцы? Они заявили, что это для них серьезно, и что они найдут этого человека. И они нашли. Вот и все. Вот, понимаете, сказано, вот эта поговорка «сказано, сделано». Поэтому в этой истории такой довольно, ну, такой не очень приятный, где слив, и сегодня я еще вам расскажу о некоторых сливах, которые появились. Все сделали. Вы согласны или у вас другая точка зрения вообще по поводу этой ситуации? Ну, начнем с того, насколько эта утечка была критичной и чему она могла помешать. Эксперты сейчас сходятся во мнении, что ничего критичного не произошло. Более того, часть документов правдивые, часть документов неправдивые. И, как мы понимаем, на сегодняшний момент мы не узнаем, а соответственно, наши враги тоже не узнают, что из опубликованного правда, а что специальная дезинформация, до которой имел доступ этот юноша. В частности, вот я на днях делала интервью с Беном Ходжесом, это бывший командующий армией США в Европе, генерал США. Он также сказал мне о том, что он не считает, что насколько-то сильно повлияет то, что опубликовано, и то, что утекло, на, будь это контрнаступление Украины или стратегические отношения США с их партнерами. Потому что я напомню, что документы, которые были опубликованы, они касаются не только Украины, а и ряда других стран, в том числе и Китая, и Южной Кореи, и так далее. Поэтому, вы знаете, да, реакция американцев очень правильная, она, я бы сказала, хрестоматийная, потому что появилась проблема, они не стали ее замалчивать, и здесь нужно, Матвей, должное отдать как раз свободному миру СМИ и свободе слова, потому что вот что значит иметь свободу слова и демократию, когда средства массовой информации не подвергаются давлению, гонению, а они ведут прямой открытый диалог со своим правительством и публикуют информацию, если она появляется, и задают даже неприятные вопросы, если они возникают. Поэтому вот здесь классическая история про то, как нужно выходить из кризисных ситуаций, как государству нужно на это реагировать. Я считаю, что было это сделано очень оперативно, и оперативно был найден источник этой утечки. Я слышала
мнение о том, что, может быть, это все подставное, и сейчас просто нашли козла отпущения, мол, не может 21-летний пацан иметь доступ к такого уровня документам. Вот тут, простите, я вас прерву, потому что я специально для нашей программы засейвил то, что называется «вопросы». Я буду переводить с украинского. Эти вопросы задал человек, который вы хорошо знаете, и его знает вся Украина. Это политолог Олег Саакян. Это такой молодой человек, очень умный, очень интересный, который, так сказать, свежим взглядом смотрит на события. Вот смотрите. Он пишет: «Не знаю, как вам, а мне было бы интересно узнать, если это на самом деле слив, то как 21-летний юноша сумел, двоеточие, первое, зачем он вносил коррективы в цифры, вы знаете, я сжато рассказываю, то есть мы знаем, что это не просто были фотографии, а вот там многое переделано. Вот зачем это переделано? Или, значит, вот эти вот все данные, они насыщены Дезой. И вот он спрашивает, или нужно разбираться, если это сделал не он, то на каком этапе туда попала Деза? Вторая. На какой должности мог быть 21-летний офицер, чтобы иметь доступ к документам такого уровня и такой широкой биографии? Третье. Как технически он мог скопировать весь этот массив, сфотографировать, а мы знаем, что это были не ксерокопии, то есть он, у него были копии, и он их фотографировал. У себя на кухне. И нет, вот видите, мне сейчас говорят, мне говорят у себя на кухне. Мои дорогие редакторы, вы не дослушали, я же должен дочитать. Вот Олеся, да. Как технически он мог скопировать этот массив, сфотографировать, и контрразведка этого не заметила и не следила за человеком с таким уровнем доступа. То есть он физически должен был взять эти бумаги, исправить их почему-то по непонятной нам причине, после этого взять и выложить из фотографии. Ну, вы понимаете, то есть его-то нашли, но, наверное, его будут спрашивать и о всем прочем, потому что что это такое? 100%. Смотрите, вот эти вопросы, которые вы сейчас зачитали, они же поднимаются не только среди нас, среди украинцев, среди людей других стран. Да. А в первую очередь эти вопросы поднимаются в американском обществе, в американских СМИ. И, ну вот смотрите, мое мнение, зная, как там все устроено, я считаю, что американские службы, ну и в данной ситуации Пентагон, они не будут играться, учитывая тот масштаб и тот розголос, который получила эта ситуация, они не будут играться в подставного дурака, потому что они понимают, что эти вопросы последуют, так как все страны приковали свое внимание к этой теме сегодня, и им придется на них отвечать. А это значит, что действительно этот парень в этом участвовал, это значит, что он это делал. Вопрос, действовал ли он сам, как вот сейчас нам одно из расследований говорит, потому что они пообщались с его знакомыми, или все-таки он действовал под руководством со своего ведома, то есть, ну, с точки зрения его использовали, он понимал, что он преднамеренно в этом участвует, или просто его действительно использовали как вот, ну, окрутив вокруг пальца, что-то ему рассказав. Может, у него девушка была, которая работала, действительно работала там, например, на Кремль, или какой-то наставник, или друг старший. Ну, то есть ситуаций же масса, и мы понимаем, что бывает по-разному. И вот во всем этом сегодня предстоит разобраться американскому правосудию, потому что на минуточку ему грозит, ну, довечное увязывание, потому пожизненное что, заключение. Да, потому что по каждому опрелюдненному документу, который был выброшен в пространство, ему грозит 10 лет. То есть вот они идут сейчас, как каждый документ, это отдельное обвинение. Накопительство, ну, и на накопление срока, да. Конечно, а мы можем сложить, даже если
что сейчас то, что известно, там где-то 50 документов, то есть, ну вот уже 50 лет у него есть, сейчас ему 21. А СМИ говорят, и аналитики, что не меньше 100 документов он успел за это время выложить. Просто вы видите, мы как сейчас живем. Вот каждый день все, кто в информпространстве, и Матвей это хорошо знает, они просыпаются и засыпают с новыми бумажками, потому что каждый день всплывает 1, 2, 3 новых документа, и мы их обсуждаем. Вот сегодня мы тоже можем обсудить, потому что то, что меня лично всего больше впечатлило вот сегодня из сегодняшних анализов и сливов, это тот документ, где сказано, что, в общем-то, 5 марта мы могли уже победить, могла закончиться война, если бы не трусливый поступок Герасимова. Да, потому простите, что... я вас прерву, потому что как раз вы вышли на тему следующего сюжета. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, Гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир Гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю. Беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично, уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Да. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Сразу хочу сказать, что вот Олеся верно сказала, что это Deutsche Welle, оно рассказывает об очередном сливе. Поэтому, ну, я лично в это не верю, вот этой вот бумаге, которую сейчас прочитаем, но тем не менее, это новость, про это надо говорить. Патрушев и Герасимов, вы знаете этих двух деятелей Российской Федерации, хотели саботировать войну против Украины, пишет Deutsche Welle. Как сообщило издание, в одном из слитых в сеть документов Пентагона говорится о расколе элит в России. В частности, секретарь нацбезопасности Патрушев и начальник генштаба Герасимов могли принимать участие в акциях по саботажу военных действий, чтобы быстрее прекратить войну между Россией и Украиной. Согласно данным, полученным из украинского источника, ссылающегося, в свою очередь, на источник, близкий к Кремлю, они, видите, какая цепь, они намеревались перебросить войска на юг и в качестве дня Х выбрали 5 марта, день, когда у Путина, тоже не верю тому, что сейчас прочитаю, должен был начаться курс химиотерапии, и он бы не смог влиять на происходящее. Однако впоследствии Герасимов мог отказаться от своих планов, а точных подтверждений информации, изложенной в документе, нет. Ну, вы понимаете, что если бы что-то такое было, то не было бы уже ни Патрушева, ни Герасимова. Но для меня самый главный маркер — это бесконечные разговоры о том, что Путин серьезно болен, химиотерапия. Это к профессору Соловью, вы знаете, который каждый раз говорит, что Путин завтра умрет. А Путин еще простудится на наших могилах, понимаете, как принято говорить. Вот такая история. И путь на язык, Матвей. Не, ну послушайте, ну я при этом я спокойно отношусь к этому, к этим сливам, пусть они ссорят, пусть они там, пожалуйста. Ну вот
давайте рассмотрим две основные версии. Первая, что это правда, а вторая, что это специальная деза. Давайте со второй начнем. Если это неправда, если это деза, то, понятно, она сделана для того, чтобы рассорить Путина со своими военачальниками и ближайшим окружением, то есть внести какой-то раздор, и, собственно говоря, то есть это понятно, какой цели следует. Если это правда, ну вот если допустить, что это правда, как мы можем это рассматривать? Ну, с одной стороны, логика в том, что часть путинского окружения, а может и большая часть, недовольны тем, что он начал широкомасштабную войну, и все это превратилось в поход коллективный на кладбище не только его, но и их вместе с ним, потому что они повязаны с ним кровью одной. Конечно, ну, если люди, имеющие миллионы и миллиарды и чувствующие себя хозяевами жизни, сейчас понимают, что к чему это идет, это не может их не волновать, с одной стороны. И возможно, что они могут между собой рассматривать истории, а как же этого Путина наконец-то убрать, чтобы выйти на какую-то историю. Вот мы, например, сдаем Путина Западу для Гааги или делаем там переворот. Ну, история Российской Федерации, вернее, империи, знает такие примеры, когда такие перевороты были. То есть можем мы допускать мысль, что что-то такое там назревает? Ну, конечно, можем. Что-то может назревать. То, что касается его болезни, смотрите, я тоже не верю в то, что когда кто-то говорит, там, завтра или послезавтра он умрет. Ну, хотелось бы всем, но, к сожалению, он не выглядит так. И сколько... почему не верю еще? Потому что это уже длится, вот эта история про завтра умрет. Ну, как минимум с 2014 года. 2014 года я это слышу от разных спикеров. Но... тут есть момент в чем. Какой факт мы не можем игнорировать? То, что о том, что он имеет онкологическое заболевание, говорил не только профессор Соловей, а и, например, глава нашей разведки, это Кирилл Буданов. Он говорил, что по их данным. Плюс, вот, вы знаете, мне кремлевские инсайдеры, там вот несколько в интервью, которые там были, вот что говорили, и это не один человек, что с Путиным всегда в команде, в любое путешествие, переезжает он или страны в страну или город в город, ездит в составе медиков онколог. И они там считают, что у него есть онкология, но не страшная, вот при которой ему там жить сколько-то осталось, а достаточно контролируемая, хорошо, типа подверженная лечению химиям, и просто он еще с такой онкологией может жить, там, может и десяток, может и два десятка лет. Вы знаете, интересно, что еще? Это же ведь все можно еще рассматривать в контексте, помните, телефонного разговора прослушки Пригожина и Ахмедова, который тоже, в общем-то, об этом, о том, что Путин всех типа подставил, хотя все же шли радостно, они же все думали, что ну нормально, он знает, что делать, захватим Украину за три дня, а всем вообще зашибись будет. А теперь, когда они проигрывают, они, конечно же, начинают искать виноватого и, конечно же, пытаются просто спасать свои шкуры. Попавший в плен российский оккупант заявил, что население Украины составляет 1 миллиард человек. 1 миллиард. Это к тому, что большинство из них вообще толком не знает, что такое Украина. Давайте посмотрим. Население Украины вы знаете хоть какое? На кого вы напали? Наверное, миллиард есть людей. Какой миллиард? Вы что? Население всего земного шара сколько? Земли нашей? Ну, планеты. Нет, подождите. Давайте. Миллионник. Если город Донецк был миллионником, угу. Ну, знаешь, может где-то, там, может, 1 500 000, может где-то. Нет? Меньше? Ну, конечно, меньше. 500 миллионов, вы себе представляете? 500 миллионов. Хорошо, нет. Давайте по-другому. Население Рашки сколько? Вашей родной родины, вы что должны знать. Вот история. Вот это вы, ваша херня вся, Рашка. Вот это Украина. Видите, ну, маленькая такая? Ну, вижу. Вот. Да, что там написано? Можно матюкаться. Да. Вот эта вся херня здоровая, это вы. Вот это мы маленькие. Видите, по размеру. Во сколько раз эта херня больше
Да, в десятки. В десятки, правильно. В десятки. По-моему, в 23 раза или в 33 раза, не помню, надо возобновить. Что у вас, сколько населения вот в этой херне? Миллиарды. Да какие миллиарды? 140 миллионов всего. 140 миллионов? Да. Ага. Конкретно стоит. Миллиарды только у Китая, у Индии. Да. Вот эта вся херня с населением 140 миллионов. На протяжении уже 13 месяцев ничего не может сделать вот этой вот маленькой стране независимой. Ну, прокомментируйте, если желаете. У меня комментария нет. Ну, что вам сказать? Это печально все, потому что еще раз доказывает, у нас на фронте гибнут лучшие. Это цвет, это люди с высшим образованием, это люди, очень часто добившиеся в других сферах абсолютно успехов, которые составляют будущее и двигают вперед экономику Украины, а у них на фронте отребье. Они посылают, очищая тюрьмы и все остальное. Но это же дебилы просто. Ну, что ты будешь говорить, когда ты смотришь на это? Я даже не могу сказать, что он играет из себя дебила. Нет, вот он такой и есть. Вот так, дорогие друзья, в поте лица подписываю для вас книги. Ну, уже осталось немного, слава богу. На сегодня немного. Хорошо, кое-какие новости. Значит, наша с вами хорошая знакомая, украинский политолог Олеся Яхно, она приводит свежую фразу Медведева Дмитрия Анатольевича. «Если будет война между Россией и НАТО, Польша точно исчезнет». Ну вот... И она пишет: неугомонный ты наш. Ну, действительно неугомонный. Понимаете, он такой. У меня в воскресенье выйдет интервью с одним из бывших политтехнологов Кремля, который плотно работал в свое время с Медведевым. И я у него спросила по поводу его бывшего как бы шефа. Я говорю: а что с ним произошло? Говорю: ну что же он такой уже сейчас законченный алкаш стал? Ну, вроде ж был как-то получше. Он говорит: смотрите, там же не только водка. То есть беда на самом деле, вот когда мы говорим, что там с бодуна встал, написал, это все еще полбеды. Там наркотики, он нюхает. Он говорит о том, что Медведев давно и плотно сидит на кокаине. И вот, собственно говоря, коктейль из кокаина и водки в неограниченных количествах дает вот такие посты в Фейсбуке, в Твиттере или где он там у себя пишет. Вот куда нашел, туда и написал. Между прочим, вы знаете, что сегодня в Российской Федерации очень важный день, связанный с Украиной. Вот никто Нет. не знает, а я раскопал эту информацию. Ну, правда, и в России об этом не знают. Оказывается, сегодня, 14 апреля, в Российской Федерации отмечается День памяти жертв украинской агрессии. Сильно? В школах и вузах проводятся памятные мероприятия, в городах и поселках открываются мемориальные знаки. На сайте Следственного комитета сотрудники клянутся отомстить украинским агрессорам. Сильно? Вот смотрите. Жалко очень, что вот такие, как этот русский оккупант, они, конечно же, не читали Орвелла и его «1984» роман, потому что они бы знали, что у них будет дальше. Вот просто стоит, я сейчас вот, если кто-то нас смотрит из России, друзья… Да ну, смотрят. Вернее, те, кто, смотрите, те, кто Путина поддерживает, никакие не друзья. Это сейчас была фигура речи. Вот вы, пожалуйста, найдите в интернете, а есть в открытом доступе, даже покупать не надо. Орвелл, 1984 роман называется. Очень интересный. Оказывается, роман документальный. Все о вашей жизни. Вот если вы хотите знать, что вас ждет дальше, там все написано.
Ну, скотный двор им читать не надо. Беларусь пригрозила разместить на своей территории, внимание, стратегическое ядерное оружие. Это будет ответ Западу, если его враждебная риторика продолжится. Это сказал министр обороны Беларуси. Так что, как видим... Я скажу... Вы знаете, простите, что я вас прерываю. Это я вам просто прочитал, это можно комментировать, но лучше прокомментировать нечто другое. Вчера был день памяти жертв Катыни. Сотрудники НКВД, как известно, расстреляли почти 22 тысячи поляков. Депутат Вассерман, вы такого знаете, говорит, что немцы устроили провокацию, а потом по тем же лекалам украинцы устроили провокацию в Буче. Вот такая история. Кстати, давайте посмотрим это, а потом я кое-что добавлю. 13 апреля 1943 года Берлинское радио сообщило про находку захоронения тысяч польских офицеров. Место, где их нашли, сами жители Смоленской области называют Козьи горы. Но немцы сказали про находящуюся неподалеку Катынь. В польском языке «кат – палач». Местом недавней кровавой постановки под Киевом из тел местных жителей, убитых террористической организацией «Украина», выбрано из множества дачных мест «Буча», по-английскому «бучер», «мясник». Целевой аудиторией немцев было самопровозглашенное в Лондоне польское правительство в изгнании. Последнее законное правительство бежало из Польши в Румынию 17 сентября 1939-го, но не сообщило публично про победу, не оставила распоряжений о дальнейшем порядке управления покидаемыми согражданами. Международное право считает такое поведение, как и безоговорочную капитуляцию, отменой государственности. Власть сама уничтожила Польшу. К этому я хочу вот что добавить. В России происходит реверс, поворот назад в деле Катыни. И сейчас в интернете можно найти все видео, когда президент России Путин признал, что это сделали советские НКВДисты. Польше переданы все документы, масса томов, где описывается это жуткое преступление. И Путин, а он уже тогда был президентом Российской Федерации, признал, что кто это сделал. И вот сейчас мы видим разворот. Ну, сомнений ни у кого, и у Путина на самом деле нет по поводу того, кто расстрелял тогда поляков. Естественно, что как бы они ни пытались изобретать новую реальность, но они сами знают правду. Поэтому тут даже дискуссии никакой быть не может. Более того, не может быть дискуссии по поводу того, и мы уже идем в новую, новейшую историю, кто убил в 2010 году президента Польши вместе с его женой и со всем военно-политическим руководством Польши, которое летело на самолете в Катынь на мероприятие, посвященное тогда годовщине. И все польские комиссии, которые провели расследование, они же пришли к выводу о том, что это Россия устроила этот теракт. Поэтому им о том понятно, там все ясно, то есть, что нужно просить прощения у поляков. Но им нужно просить прощения у поляков за вот этот теракт, который они сделали. И не просто просить прощения, а это в копилку для Гааги к преступлениям, которые совершил Путин. Слушайте, ну до сих пор же эта история, повисшая в воздухе. Да, и обломки самолета, между прочим, так и не выданные, они хранятся в Российской Федерации. Все просьбы поляков выдать обломки не выдают. Олеся, спасибо вам большое. Я благодарю вас, что вы были в нашем эфире.
Приходите, пожалуйста, всегда рад. Олеся Бацман, главред издания «Гордон».